В общем, не удержался, пока гнездо чистил. Решил заснять вот таких красивых птенцов. Я их когда достал, они очень порадовали меня. Обратим внимание на крылья. Ну, на видео оно не так видно, а вживую очень хорошо. Вот. Такое перо становится. Это бесчелки. Посмотрим, как он пера набирается. Посмотрим, что у него будет. И здесь цвет черного насыщенный. В общем, такая маленькая семейка получилась. Из кучки птенцов. Иди сюда. Вот он. Красавец. Появляется небольшая курчава на перья.